Компания «Пластик Онлайн» имеет различные направления деятельности, одним из которых является изготовление антисептических и дезинфицирующих средств. По инициативе депутата Мособлдумы Александра Легкова и депутатов городского округа Пушкинский было подготовлено более 20 коробок с продукцией этой компании, специально для беженцев из ДНР и ЛНР. Акцент мы делаем на производстве экологичных составов, экологичной упаковки. Для беженцев ДНР и ЛНР мы собрали благотворительную помощь. Это антисептические средства, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты и бытовая химия. Сначала депутаты посетили производство Flex Fresh Group, познакомились с продукцией и ее особенностями, пообщались с сотрудниками компании, а после отправились в лагерь «Родник», где сейчас размещены беженцы с Донецкой и Луганской народных республик. Это прям заправлять сюда? Очень классная штука, я прям, ну, как бы и сам дом пользуюсь этим всем. Она мягкая, пеночка идет прям, когда я кушаю. Очень приятный запах, вообще, ну, идеальная история. Антисептики, маски, жидкое мыло, моющие средства – все это было подготовлено для эвакуированных из ЛДНР. Это двухмесячный запас. Депутаты пообщались с беженцами, узнали, как им здесь живется, все ли устраивает и в чем они нуждаются. Я считаю, что это очень важно и нужно делать. Мы сейчас пообщались, передали эту продукцию. Они поблагодарили нас, и мы сказали, что при любых моментах, если что-то будет нужно, можете обращаться. Потому что вообще в любом случае в жизни очень важно помогать друг другу, тем более в такой ситуации. Поэтому, когда мы едины непобедимы, не зря это говорится, мы всегда вместе и будем помогать всегда, кто нас просит об этом. Помощь беженцам будет продолжаться. Мария Лихобабенко, Владимир Овсянников, Яков Глейзер. Новости Большого округа.